в полуфинале гильотиной, будет сражаться с Данисламом Камамовым из Москвы, клуб «Спарта». Итак, мы в ожидании финала. Кстати, представитель Киргизии, я хочу сказать, что лично мне очень хорошо запомнился, на мой взгляд, что база даст довольно хорошего спортсмена, ну и Данислав Камамов, как вот представитель клуба «Спарта», также совершенно точно хорошо борется. И начинается финал категории до 70, ну вот это уже, в принципе, основная категория, потому что мы знаем, что в ММА есть множество категорий, но категории до 57, до 61 и 66 килограммов есть не во всех промоушенах, а уже категории до 70 есть везде, то есть и называется она, ну как легкий вес идет. То есть, как официальное название, мы знаем, что легкий до 70, полусредний до 77, средний вес 84, полутяжелый 93 и тяжелая весовая категория свыше 93 килограммов. Ну, как хорошо начал сейчас Данислам. Камамов оказывается сверху. Смотрите, какое большое количество ударов наносит. По-моему, было попадание. Не знаю, как ощущает себя сейчас Адилет Мукхтаров, но совершенно точно правой рукой было тяжелое попадание. И я думаю, что Адилет, ну, если не на грани нокаута он находится, но то поражение здесь может быть довольно скорым. За Камамов, по-моему, он продолжит также попадать часто и много. Да, очень много ударов пропустил представитель Айкул Манас. Я думаю, сейчас он находится в нокдауне. Но, однако, это не мешает ему все-таки хотя бы пытаться противостоять и защищаться тем атакам, которые противоставляет ему Камамов Данислам, представитель клуба «Спарта». Попадает опять представитель клуба «Спарта» сверху. Достаточно жестко он проводит эти атаки. Несладко сейчас приходится представителю Айкул Манас. Ну да, что могут, в принципе, наверное, 10-8, да, дать вот по такому раунду, что уже много пропустил Адилет Мукхтаров, что удар за ударом пропускает. Ну, вот я думаю, что нужно Мукхтарову как-то продержаться вот эти 5 минут, уже во второй что-то думать. Ну, очень плохое сейчас положение попадает представитель Айкул Манас. Его полностью контролирует так называемое распятие. Вот. А представители клуба Айкул Манас выбрасывают полотенце. Ну, в общем-то, я считаю, правильное решение. То есть здесь явно представитель клуба «Спарта» был сильнее, и дальнейший поединок мог бы и привести к серьезным травмам. Поэтому выброшено было полотенце секундантами. Я согласен полностью. Данислав Камамов победил. И, в принципе,
А второе на данный момент досрочное завершение. Помню, в категории до 57 килограмм под удушением выиграл один из бойцов. Вот сейчас до 70 килограммов Данислан Камамов побеждает Адилета Мухтарова. Мы сейчас с вами посмотрим награждение и уже приготовимся к финалу до 77 килограммов.